Ну, несколько программ. Одна программа называется «Да» по новому диску, по компакт-диску с этими новыми песнями. Вторая программа «Избранная» — это как бы такая выжимка из того, что я вот на данный момент хочу петь из тех песен. Ну, всех песен не споешь, конечно, и где-то песен 40, скажем, да, которые можно варьировать. Ну, вот, например, сегодня в Ленинграде я пела песню «Ленинград, я еще не хочу умирать», «Еврейский музыкант». То есть какие-то вещи, которые, ну, хочется, они тоже избранные. Я впервые в жизни, в общем-то, осмелилась идти не просто на поводу каких-то настроенческих движений, там, публики, все темпоритмы, а именно раскрыть свой главный, так сказать, конек, именно трехминутный спектр. Много молодежи в зале, я обратил внимание, что они воспринимают это как, ну, какие-то песни лирические, казалось бы, старые, а они для них новые. В мечтах у меня, конечно, какой-то моноспектакль такой музыкальный. И вот все ближе и ближе к этому. Уже эта программа «Избранная», она как бы показывает, что вот, вот потихонечку, как бы выжимка из всех моих программ пришла, я говорю, монологи певицы, женщина, которая поет. То есть из них вот так вот потихонечку выложилась эта программа. А что-то новое будет в совсем другом ключе. Спектакль. У меня любовь... Не знаю, там к музыке, у меня любовь к людям, и это средство общения, я выбрала песню, музыку. И, как видишь, слава богу, что это общение до сих пор существует. Вот именно любовь к людям. Не важно быть первой, второй, третьей, четвертой, главное быть одной такой. И я это сегодня почувствовала, что я единственная, любимая. И пусть каждая артистка в своем плане выходит на сцену и чувствует себя любимой и единственной. Сначала с радостью войди, но приди.